Благоустройство дворовой территории жилого дома на Михайловском шоссе 26 идет с опережением графика. Сейчас работы выполнены на 60%. Основная проблема – отсутствие ливневой канализации. Эта задача на особом контроле мэра города Валентина Демидова. В связи с отсутствием системы ливневок на данном микрорайоне, будет выполнен отвод путем разуклонки поддорожных покрытий с устройством в проблемных местах, устройством лотков. В рамках ремонта предусмотрено устройство парковочного пространства и ремонт проездов. Оборудуют площадки для отдыха, места для чистки и сушки белья. Для комфортного передвижения маломобильных граждан сделают пандусы. Сейчас полностью завершена укладка плитки и устройство ограждений. Обновили систему наружного освещения. Впереди озеленение и малые архитектурные формы. И нашим жителям отрадно, что здесь остается буквально одна дворовая территория нетронутая. Все остальные за последние 5-6 лет реконструированы. И не просто дворовые территории, а подходы к ним, инфраструктура. Ремонтные работы проводятся в рамках проекта формирования комфортной городской среды по нацпроекту «Жилье и городская среда». Важно, конечно, чтобы первичное было мнение людей, и это самое ключевое. Этот проект согласовывали жители? Мне просто интересно. Собрание было, да. Было, да. Мы там носили вот эти изменения. Жители просили от подвала вот до подвала сделать хотя бы полметровую зеленочку. Преображение двора на Михайловском шоссе 26 завершат до конца апреля. Яна Демидова, Сергей Щекалов, Белгород Медиа.